Здравствуйте, уважаемые друзья! Обращаюсь к вам с просьбой оказать мне финансовую помощь для защиты от незаконной экстрадиции. Режим всеми силами пытается добиться моего ареста и экстрадиции, поэтому я обращаюсь к вам за поддержкой. Далее в видео будут видны инструкции, как можно пожертвовать средства на мою защиту. Заранее благодарю вас всех, уважаемые друзья! Оказать финансовую помощь Мухтару Аблязову для защиты от незаконной экстрадиции можно следующим образом. Первое. Необходимо перейти по ссылке, указанной в тексте публикации. Не забудьте включить VPN, так как режим может заблокировать сайт в Казахстане. Второе. В поле указания суммы пожертвования нужно указать сумму в тенге. Третье. Заполнить поля электронной почты и карточных данных. Четвертое. Выбрать ваш регион. Казахстан, если вы находитесь в Казахстане или другую страну вашего проживания. Пятое. Нажимаем на кнопку «Пожертвовать» и ждем подтверждения. Ваше пожертвование отправлено. Благодарим вас за помощь. Совместными усилиями мы будем защищаться от попыток режима добиться незаконного ареста и экстрадиции Мухтара Аблязова.